Награждение участников матча первого розыгрыша Кубка губернатора Владимирской области. Слово президенту областной федерации футбола Ивана Павловича Антонова. Дорогие участники, мы поздравляем вас с хорошей игрой, с завершением сегодняшнего матча, со средним футболом, с той яркой игрой и хорошим настроением, которым вы вышли сегодня на футбольном поле и показали достаточно содержательный футбол. Я хотел бы начать награждение с поздравлений отца Михаила Кутушкина за большой вклад в развитие футбола во Владимирской области и наградить его знаком Российского футбольного союза и удостоверением. Пожалуйста, приглашаем отца Михаила Кутушкина. Я очень благодарен Владимирскому футболу, который дал мне на дорогу большую футбольную жизнь. Спасибо. Второе, я сердечно благодарен Ивану Павловичу Антонову и департаменту спорта за внимание, оказанное мне, поскольку считаю, что на сегодняшний день мы делаем большое развитие, и большое дело по развитию футбола в Владимирской области. И третье, которое, конечно, хотелось бы сказать, поздравить вас всех, выступающих 58-м чемпионатом Владимирской области по футболу, и пожелать вам здоровья, счастья, спортивных успехов, игр, здоровья и без травм, и чтобы у вас мы награждаем тренеров команд, команды УНИИЗЖ Николая Николаевича Павелева и Александра Николаевича Чечеткина специальными призами. Приглашаем. Приятно, что они неразлучные старые друзья-соперники. Поздравляем, желаем удачи. Молодцы. Мы также отмечаем специальными призами судейскую бригаду. Иван Амрядин. Балкин Михаил. Давайте поприветствуем, ребят, за работу. Кумилёв Александр. И Чистяков Александр. Спасибо, ребят, за работу. Лучшими игроками в каждой команде, лучшим игроком в команде Ставрова, признан Тихомира Вячеслав. И лучшим игроком в команде в НИЗЖ признан Дворников Сергей. Утешительным кубком награждается участник турнира кубка губернатора команда в НИЗЖ. Давайте поприветствуем команду и поздравим за участие. А игроки награждаются памятными медалями. Серебряный медаль. Я
Нина, стала команда Ставрова, из поселка Ставрова. Давайте поблагодарим за победу в турнире. Пожелаем дальнейших успехов. А игроки награждаются медалями. Поздравляю вас с открытием сезона и большая просьба сделать общее фото участников. Спасибо, всем удачи и до новых встреч. Общее фото я прошу.